Представьте, что вы журналист, и вы тренируете свои профессиональные навыки. Что бы вы выбрали? Чтение книг, вебинар, лекция или возможность отправиться вместе с мастером в экспедицию за реальной историей? Экспедиция – лучший способ прокачать свои умения, но в реальности не все могут покинуть свое рабочее место из-за занятости и дороговизны перелета в России. Поэтому мы спрессовали время и пространство. Настольная игра с Oculus Quest 2 и мобильным приложением с дополненной реальностью. Группа журналистов собирается в общей комнате на тренинг. Задача – провести расследование опасной экологической ситуации в небольшом портовом городе и создать на основе собранной информации мультимедийный проект. Вы открываете коробку Gexatrop – настольную игру, где каждый тайл соответствует определенному этапу создания мультимедийной истории. Работа начинается с выбора темы, проходит этапы сбора и анализа информации, редактирования мультимедийного проекта и заканчивается кросс-медийной публикацией. Настольная игра моделирует работу редакции. В физическом мире журналисты обсуждают, планируют, спорят. Здесь главное живое общение, развитие навыков сотрудничества. Вы можете вместе со своими коллегами делать заметки, обсуждать варианты развития темы, задавать друг другу вопросы. Но вам, как журналисту, важно выходить к людям, искать героев и очевидцев, проводить интервью, добывать документы, перепроверять информацию. Как это организовать, играя? С помощью VR. Как только вам нужно разобраться в ситуации, вы надеваете виртуальный шлем и отправляетесь в город, где вас встретят рабочие порта, охранники, экоактивисты, бизнесмены и священник. С каждым героем в виртуальной реальности можно поговорить. И сценарий вашего разговора будет нелинейным. Знаете что? Идите отсюда, пока я не сообщил о нарушителях. От ваших вопросов зависит, какую информацию вы сможете получить у жителей города. Вы сами выбираете локации, куда, в какой последовательности пойдете. Можете понаблюдать за происходящим на набережной, можете попробовать разговорить сотрудников порта. Прямо как в реальной журналистской жизни. В виртуальной мастерской вы создадите связи между фрагментами информации. Ваша задача – разобраться в ситуации, верифицировать факты, написать интересную историю. Это не просто игра в виртуальном пространстве, это полноценный образовательный продукт, где частью настольной игры являются карточки, мозг и сердце. На обратной стороне карточек есть QR-код. Просканировав его, вы получите интерактивное задание, за выполнение которого вам начислят очки. Вся ваша активность в виртуальном, физическом мире и выполнение заданий на карточках синхронизируется на сервере. Все ваши командные достижения в игровом процессе влияют на успех в экспедиции. Дополнительные карточки помогают развивать сюжет. Карточки «Мозг» тренируют конкретные профессиональные навыки. Сторитейлинг, редактирование, создание мультимедийных форматов. Карточки «Сердце» не содержат правильных или неправильных ответов. Это вопросы из области профессиональной этики, развития эмоционального интеллекта, формулирования собственной позиции и сравнения картины ценностей всех участников игры. Вы будете брать интервью, ходить на пресс-конференции, расследовать происшествия, изучать новые локации, общаться с людьми и создавать свой собственный материал. Gexatrop – это комплексное решение для обучения журналистов. Играя, участники экспедиции на практике отрабатывают профессиональные навыки, сталкиваются с дилеммами и сложными задачами. Вы научитесь договариваться и быстро принимать решения. И вы убедитесь – это эффективнее прослушивание лекций и чтения книг. Это современное обучение через практику, которое можно организовать в любом городе в течение одного дня.